Потерянный подарок не стоит и двух марок, но боль утраты для меня, как горсть песка в угле огня. Я знаю точно, он был здесь, среди страниц зажатый весь, красивый, тонкий и сухой, и легкий поцелуй с тобой. Он нес в себе огонь желания, минутной встречи или свидания, но чтобы только быть приятным, и только нам двоим понятным. Тогда еще я не понял, за что я так тебя обнял, и лишь вложив его в дневник, через неделю вовсе сник. Сегодня был чудесный день, но для меня он словно тень. Открыв дневник страниц букет, увидел я, что розы нет.